Если раньше среди пациентов кардиологических отделений были в основном зрелые мужчины, то сейчас 40% от числа больных – женщины. Татьяна Сырова в отделение попала уже со вторым инфарктом. Винит себя за то, что полгода как перестала принимать лекарства. Результат – очередная операция по установке второго стента. Первый раз, это когда в 2020 году было, я дома находилась, утром встала. Ну, как обычно, походила, все, у меня тоже так же боль в груди, ну, не такая была, в этот раз сильнее было. Стало дыхание тяжелое. В первую очередь, это признаки острого коронарного синдрома. Давящие, сжимающие, жгучие боли за грудиной, с радиацией в левую руку, в нижнюю челюсть. Если человек обнаружил у себя такие симптомы, требуется срочная госпитализация. Краевая клиническая больница в год может принять почти 2000 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Татьяне Сыровой уже гораздо легче, быстро помогли. К слову, в больнице сейчас используют самые современные методы диагностики и лечения болезней сердечно-сосудистой системы, к примеру, коронароангиографию. Есть такой аппарат, который позволяет исследовать коронарное русло, так называемое КТ изнутри сосуда. Это световой специальный датчик. Мы получаем такой КТ-срез внутренней поверхности сосуда, КТ-срез бляшки, по которому, собственно, мы можем судить о том, насколько бляшка стабильна, насколько она перекрывает просвет сосуда, насколько эффективно проведена, да, даже стентирование, насколько проведено стентирование, которое было выполнено, например, полгода-год до этого. Чтобы понять, какую тактику применить в лечении, к примеру, миокардита, воспаления мышечной оболочки сердца, а он после ковида стал встречаться куда чаще, проводится также биопсия миокарда. Несмотря на местный наркоз, пациент абсолютно не чувствует боли, говорят врачи. И в очередной раз напоминают, чтобы избежать попадания на больничную койку, нужно заниматься физкультурой и правильно питаться, ведь ожирение, как и курение, один из основных факторов риска болезней сердца. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.